Нарушение производственных регламентов, сложности при трудоустройстве, проведении работ – темы, которыми сотрудники «Алроса» поделились по горячей линии. Многие вопросы удалось решить благодаря обращениям. Об этом говорили на форуме «Хозактив-2024». По каждому четвертому обращению были реализованы мероприятия для улучшения ситуации. Например, руководство компании пересмотрело регламент по обработке персональных данных, исправлены алгоритмы производственных процессов и взаимодействия с ОЦО, запланированы ремонты в зданиях для улучшения условий пребывания. Планы на 2024 год – сохранять планку по качеству обработки обращений, автоматизировать некоторые процессы приема обращений и дальше защищать компанию от возможных негативных последствий. Напомним, подать обращение можно через портал www.hotline.alrosa.ru, приложение WhatsApp, либо звонком в колл-центр. Обратиться с жалобой может любой гражданин, в том числе анонимно.